Всем привет, с вами Прия. Рассказали нам все по поводу World of Warcraft, все в целом, в будущем, то, что нас ожидает. И ожидает нас что? Ожидает нас, во-первых, выход нового дополнения. Страничка его уже есть, можно ознакомиться со всеми основными изменениями, со всеми вещицами, которые добавляют в игру. Можно смотреть все абсолютно, видосики всякие, обои себе скачать, поставить на рабочий стол, подписаться на бета-тестирование, то есть что хотите, можете абсолютно сделать. Дополнение Battle for Azeroth, противостояние Орды и Альянса. Так, помимо этого-то еще анонсировали выход классических серверов отдельных, что самое интересное. И задается сразу вопрос: а будет ли отдельная подписка на эти классические сервера? И через сколько они будут? Через какое время они стартанут? Потому что об этом почему-то ничего не сказали на самом деле. Если будет единая подписка, то весьма интересно. А если подписка будет отличаться друг от друга, то, ну, найдутся, конечно, люди, которые захотят поиграть в классик, но их будет, мне кажется, все-таки поменьше на самом деле. И будет ли возможна покупка жетона, играя на классическом сервере? Слишком много вопросов на самом деле, но очень мало ответов. Мое отношение к классическим серверам, ну не знаю. Знаете, это все-таки как возвращение в прошлое. Это все равно, что ты сейчас возьмешь каменный молоток, пойдешь в пещеру и будешь там алмазы, как в Майнкрафте, добывать. Вот весело, наверное, да? Очень технологично и эволюционируем прям не по дням, а по часам, как говорится. Ну, у меня относительно такой негативный, хотя больше нейтральный настрой по поводу всего этого. Если это не скажется на работоспособности основных серверов, то почему бы и нет? Если людям это интересно и люди хотят играть в такую версию Варкрафта, пускай играют, это их личное дело. Винить человека за его личное мнение, за его личное желание проявлять себя в какой-то сфере, это глупо. Так что мое отношение более нейтральное, скажем так, ко всему этому. На классик сервере я не собираюсь играть. У меня есть рейдинг, мне есть чем заняться и в Легионе. Да. Всех вам благ, счастья, здоровья, там, легендарок побольше, если еще играете в эту игру вообще на Легионе. Если не играете, то поиграйте, может, поймете, каков гринд на самом деле. А то все эти сказки про классик, ну, не знаю, может, опровергну их, поиграю на классике. Кстати, хорошая идея. Кунуться в то время. Сейчас мои эмоции плавно идут к положительным после таких мыслей. В общем, я подумаю насчет этого. Может, вы меня как-то переубедите. Только не ругайтесь на меня. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. До скорого.